Даниил Гранин родился в поселке Волынка Рыльского уезда Курской губернии. Когда ему было 7 лет, семья переехала в Ленинград. Там будущий писатель окончил школу, стал инженером. Началась Великая Отечественная война. Черные тени покрыли нас. Я скатился с насыпи. Вдруг упала первая бомба, земля вздрогнула. Потом бомбы стали падать кучнее, а самолеты вновь и вновь заходили на цель. А мне казалось, что целью был я. Они все хотели попасть в меня. Гранин ушел на фронт добровольцем, защищал Ленинград. В будущем военные события станут основой его трудов. Один из самых известных – блокадная книга, написанная с Олесем Адамовичем. 2000 страниц горькой правды, собранные по рассказам очевидцев тех страшных событий. В 2014 году Даниил Гранин выступал в Бундестаге с речью, известной на весь мир. Знаете, что он сказал? Потрясающие вещи. Ну, во-первых, он немцам рассказал страшные истории по ленинградской блокаде, не только как люди умирали с голода, но и как вынуждены были. Даже хочется говорить об этом. Вот. У мамы было трое детишек, и одну девочку пришлось отдать на прокорм другим. Это страшные вещи. Он говорит, немцы, слезы ваши. Писателя не стало в 2017-м. Ему было 99 лет. Тогда же президент Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти о нем. На малой родине ветераны и мыслители решили построить центр. Возвели его по нацпроекту «Культура». Здесь есть зрительный зал на 150 мест, музей и библиотека. Мы здесь, на границе, каждый на своем рабочем месте, мы приближаем победу. Нужно уже смотреть вперед. Нужно уже думать о нашем подрастающем поколении молодежи. Именно для этого и создан этот центр. Скоро фонд культурного центра пополнится на 300 книг. Такой подарок в честь открытия вручил Сергей Степашин. Также он предложил дать старт книжному фестивалю имени Даниила Гранина. Важно, чтобы то, что получилось, получилось на самом деле. Посмотрите, как красиво, да и сделали великолепно. Спасибо. Этот концерт. Старались. Важно, чтобы этот дом жил, дом Гранина. Поэтому вот, давайте, может быть, раз в два года, чаще не получится, сделать здесь книжный фестиваль, книжную ярмарку, книжный фестиваль Курской губернии, Гранинский. Назовем его Гранинским. Культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина включат в один из эксклюзивных маршрутов региона. Михаил Агарков, Сергей Малеев. События дня.